Всем привет! Итак, наконец-то появилась ясность и третий этап тренинга. Как я уже говорил, он стартует 31 октября. Стартует, как обычно, предтренинговым турниром вот в этой позиции. То есть с этой позиции будет целая серия турниров. Предтренинговый блиц, контроль 3 плюс 2. Это основная позиция Каталона. Главный ход, который испытывают здесь черные, это взятие пешки на c4. Также играют c6, b6, конь d7. Есть переход, попытка перехода в защиту Тароша. Переход в каменную стенку. Ну и другие самые разные продолжения. Эта линия в Каталоне не зря является просто главной. Она встречалась практически у всех шахматистов сильных. Либо за белых, либо за черных. А у очень сильных за оба цвета. То есть Грищук и белыми, и черными. Андрейкин и белыми, и черными. Матлаков и белыми, и черными, Гири и белыми, и черными, ну и так далее. Да, Дубов, очень много, тут тоже идей, Гельфанд, и белыми, и черными. В этот раз тренинг немножко будет, этот этап тренинга будет растянут. То есть понятно, что погружение в теорию, вот этот плюс, быстрое погружение в теорию, он остается. Но теории достаточно много, потому что линия основная. А меня отправляют в командировку. Из командировки я возвращаюсь 8 ноября. И ответы на вопросы, по плану они должны были бы быть 5 ноября, а будут 9. То есть показываю расписание. Итак, 9 ноября ответы на вопросы. И потом серия турниров с контролем 7 плюс 2. 4 турнира. После каждого турнира на следующий день идет разбор партий. То есть, как обычно, 2-3 наиболее, как вы считаете, интересные, полезные. Не только вам, но вообще всем участникам, может быть, даже партии вы высылаете, и мы разбираем их все вместе. Стоимость участия стандартная. Несмотря на то, что турниров и разборов будет больше, на один турнир с контролем 7 плюс 2 стоимость остается той же. Для тех, у кого, кто участвовал менее чем в 5 этапах тренинга, то есть даже вот у кого пятый, может быть, это для них 2000, а кто участвовал более чем в 5 и более до этого тренинга, для тех 1500 цена участия. Кто заинтересовался, пишите на почту или в соцсети. Уже записанные на этот этап тренинга есть. Ну и на этом, наверное, я с вами попрощаюсь.